Рядом со мной находится Анастасия Минеева, представитель компании «Факторинг Плюс». Анастасия, расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании. Прежде всего, «Факторинг Плюс» — это сплоченная команда опытных профессионалов на рынке факторинга. Мы нацелены на создание инновационного подхода к финансовым продуктам. Делаем факторинг простым и удобным как для поставщика, так и для заказчика. Анастасия, почему вы решили принять участие в выставке «Продэкспо 2020»? В первую очередь для нас это дополнительная возможность сегодня встретиться с нашими клиентами, пообщаться. Основная задача наша – это быть ближе к нашим клиентам. Мы никогда не упускаем возможности быть на связи с ними. А вот как раз-таки вопрос следующий про клиентов. За что они вас любят, производители, поставщики? Нашим клиентам мы расширяем горизонты, даем своевременное финансирование, что позволяет им наращивать свою клиентскую базу, наращивать объемы и географию своих продаж. Мы честны и открыты с ними. За это, наверное, они нас предпочитают. И не могу вас отпустить без вопроса, за что вы любите свою работу? Больше всего я люблю свою работу за то, что она действительно ориентирована на клиента. Мы понимаем, любим нашего клиента и стремимся сделать так, чтобы клиент не тратил время на поиски финансового продукта, а имел возможность расширять свой бизнес. Анастасия, спасибо огромное. Оставайтесь с нами.